Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юля и Мишка. Всем привет. Ой, чуть не попал. Короче, продолжаем сегодня воевать нашим гладиатором. Да, вон мы, короче, сражаемся с нашим, как-то, я не знаю, короче, чувак нас копирует, просто ему наша притча очень понравилась. Во, походу, слушай, ой, нифига себе. Ну ему не так это идет, как нам. Нужно вспоминать все, нужно вспоминать и не просерить, если честно. У нас есть стамина, я думаю, вы помните, что это за игрушка. Также нужно будет сейчас позировать, эх, слушай. Да вот козлина какая, чуть не попал. Так, нужно подойти к нему и уже средними атаками начать лупить его. Да, а сначала с легкой начнем, промахнулся. Надо было, может, его пнуть? Нет, пнуть маловато, нужно атаковать. Если мы потеряем нашего... Он тоже ножик взял. Так, я понял. Я... Раз у него есть ножик, пусть танцует, а мы пока... Восстановим. Пофигу на... Ах, ты нифига себе. Так, медиум попадаемся. Семь сбил. Так, неплохо. Еще раз ткнем. Все, практически сбил. Давай его немного отпинем и отдохнем сейчас. Сейчас все будет. Блин, он сейчас проведет атаку. Защитку. Так, сейчас медиум попытаюсь. Промахнулся. Нет. Слабовато. Сейчас попробуем еще раз. Да что такое? Что такое? Уже тогда слово-то. Все, пробили. И он. Ага, промахивается. Ага, вот тебе и получай. Сейчас надо немножко отдохнуть. Я готов, лишь бы он не достал эту фигню. Так, раз он достал, попробуем сильной атакой ударить. Есть! Yes! Это было круто. Это реально сейчас было невероятно. Его. Просто дорезать, одна жизнь осталась. У меня мало стамины, я боюсь, жалко, конечно. Но тем жалко, не менее, жалко. Еще броня осталась. Собачара, ну сейчас фигня. Ты подумал. Попробуем еще раз сильный, чтобы прям эпично. Но... Сейчас мы его пнем. Просто пнем. А, он, видишь, немного дохнул, пинка будет недостаточно. Не хватает стамины, ладно, хотя бы пнем его. Хотя бы пнем. Ага, промахнулся, мне нечем атаковать. Попытайся я еще раз. Да куда ты все уходишь-то, остановись уже. Тебе конец. Козлина. Смирись какая. С этим. Постоянно восстанавливал. Мне кажется, с ним нужно разобраться. Прощай. По-мужски. Эти усики тебе не идут. Прощай. Па! Все. У меня, видите, осталась стрела в груди, но ничего. Меня не это не останавливает. Мы прокачались. Отлично. Продолжаем бой. Так. Слушай, мы 400 заработали бабосиков. Нам нужна обязательно ловкость, чтобы более лучшее оружие взять. Возьмем, допустим, защиту. Немножко жизни. Ну, так я распределю. Ну, ладно, давай. Если что, надо было, может, посмотреть, что нам для оружки надо было. Вот для оружки нам нужно... 8 было. 8 нужно было. Слушай, на самом деле. А доспехи. Так, 7-8. Стой, у нас сейчас атака 6-8. В принципе, нам что нужно? Нам нужно что-нибудь посильнее. Нам достаточно этого меча, на самом деле. А вот доспехи у нас открылись. Который блин, мы можем... У нас не так десятка, много. Восьмерка, двенашка. Может, Юль. Шлем? Давай да. Шлем. Все ага, на него. Шлем мы его можем купить. Покупаем шлем и сейчас пойдем его наконец-то так, одевать. Только этот можно продать, на самом да, деле. Да, продаем этот шлем. Сколько он? 145 нам вернет. Ну, знаешь. Ой, слушай, погоди, а что я его сделал? Как его? Допустим, мне кажется, нужно выйти отсюда и уже отсюда здесь его продать. А, все. Мы да. его продали. Слушай, мы, смотрите, пойдем какой воевать. Крутой мужик. Да, в конечно. В принципе, да. Блин, подгузники меховые нам помогают. Меховые подгузнички, как будто бы. Все, красная задница выходит на след. Братан, как ты мог предать? Трындец. Ну ладно. О, новое. Фига себе. Так, внимание, это битва на время. Ух ты, да вы что, издеваетесь? Вы видали, сколько у него защитки? Трындец. Слушайте, ну вот это сурово. Не-не-не-не-не-не. Даже не вздумай, не вздумай. Иди нафиг отсюда. Так, он отдохнул. Зря ты отдыхаешь. Слушай, а что мы его не можем пробить? Я что-то не понял. Мы не можем его пробить, потому ой, что... Ой, стой, извини, я жизни перепутал. Все, мы да. его можем пробить. Все. И ну, я имел в виду, что у него сколько... Жестоко, защитки. Жестоко. Попытаемся есть. Это хорошо. Хотя бы так, успешно. Хотя бы так. Так, немного может, попляшем. Нам поспать. Поспать, может поспать быть, надо. Слушай, Миш. Ну смотри, как спер. Мне он кажется, сейчас он целится, собака. Он с лука будет сейчас стрелять. Я зря, наверное, подошел, тем не менее. Отдохнуть и идти нужно. Сейчас он шмальнет. Нет! Ай, сбил. Мы сейчас потеряем своего этого. Блин, он заколебал уходить. Да вот козлина ты! Ну что? Так, разбежай. Я не понимаю, зачем такого перса нам дали? Специально у нас сплавить. Вообще разница. Специально сплавить нашу. Да куда он так сильно-то отходит? Да не уйдешь ты от меня, и все. Очень опасно, очень опасно. Мы сейчас можем просто-напросто потерять свою красную задницу. От стрел, я так поняла, не увернешься, так, что ли? Вот вблизи. Наверное. Стой, мы его пробили, самое главное. Сейчас нужно его немного нам надо подхилиться. Сейчас нужно отходить. Блин, он со своим вот, луком. Он давай попытаемся дальше. Раз. Может, чем дальше Миш, расстояние, тем... Все. О-о-о-о. Я же тебе хотел сказать только что. Один раз он вот нас мы теперь реально все. Как Боромир. Нет. Ай, может, собака. Какая-то... Все. Я думал, что черт хоть что-то возьми. Получится. Так, может быть, сможем мы все-таки за эту цену? А, черт. Вот это прикол. Вот это жестоко.
Сурово нас приняли. Давай сделаем, может, какого-то голубого. Голубого. Стой, погоди. Или это зеленого. Скин у нас кожа здесь. Давай зеленый, пусть будет Халк. Давай, да. Потеряли мы нашего персонажа, к сожалению. Ну, достаточно и такого, кстати. Почему бы и нет, как говорится. Во, какую-нибудь дурацкую притчу. Сейчас. Во. Я думаю, с такой притчей это будет... Не, просто... давай, может, вон такую. Вот такую? Да. Ну вот, можно сказать, нормально. Прическа, я думаю, нас устраивает. Глаза пусть тоже будут зеленые, как Халк, на самом деле. Давай. Нужно было Халка делать. Чем мы тут тупим? Давай. Ну, блин, да... А, ну, зеленую. Он черный. Ну, смотри, похож? Да, похож. Похож. Ну, вот мы его назовем Халк, и он будет мстить всем этим. Достаточно и так. Татух, может, надо сделать. Как вы взяли меня и решали? Я, честно говоря, очень расстроен, что мы потеряли свою красную задницу. Я вообще в шоке, если честно. Это было опасно. Получается, да, опять снова. Но мы, правда, уже научены, скажем так, опытом. Попытаемся. Я не понимаю, как они так взяли реально. Игра нас просто подставила, я считаю. Короче, Халк, он как сказать, он, конечно, бешеный, но... Вот, да, я и хотел. Вот так, короче, всех давай. Будем уничтожать именно так. Я думаю, с Халком мы должны немножко подальше добраться. Не знаю, сможем ли мы за сегодня добраться подальше. Уже так, нормально такой мужик. Так, нам нужно 4, да, по-моему, как минимум. Я уж не помню про прокачку. Так, а можно было, может, сразу заглянуть и потом прокачать свое умение. Нормально. Я знаю, что я делаю. Так, давай сразу же... Да, давай покупаем. Может быть, защиту. У нас, в принципе, сейчас меч такой неплохой. Купим вот эту штуку, и нам, в принципе, достаточно. Может, шлем надо было? Вот так, ну нормально. Да, у Халка, видите, такой мощный защитный подгузник. Да? Больше мы купить ничего не можем. Круто, что какой-то еще турнамент есть. Я думаю, он будет потом открыт. Фу, знаешь, что еще мы проиграли? Зря потратились сильно. Если бы у нас остались хоть какие-то деньжата, мы бы могли все-таки спасти себя. Да мы бы себя. Да чего? Каким образом? В том смысле, что отплатиться, у нас бы перс остался? Отплатиться, да, да. Мы могли бы нормально себя, как сказать, блин, чувствовать. Ну знаешь, кто знал? Мы и так вроде решили, как бы, как лучше сделать, там, прокачать броню и все такое, а тут вот бац, и такая подстава вообще. Ладно, просто, мужик, хоть жесткая. У тебя и модные труселя, я тебе дам немножко своего Халка понюхать. Все. Как-то это прозвучало. Это знаешь, я... Даже, если честно, не в том смысле. Я понимаю, но ты видишь, чем все закончилось. Можно сказать, почти благородно. Может, все-таки что-то прикупить? 599. Ну, хорошо, давай прикупим шлем. Шлем, думаешь, он шлем 8 дает защиту. Да. Ну, давай, купим шлем, послушаемся. Видите, мы как быстро уже понимаем, что нужно делать в этой игре. Мы знаем, как воевать. Мы настоящий гладиатор, столько уже гладиаторских игр. Кстати, ну, сколько фиолетовый можно? Тоже круто выглядит. Да, у нас какие-то неестественные бои, хоть нормальные люди что делают? Пошел. Смотри, на... какая у него, это секира или да, что это кстати, такое? Да, кстати, прикольная у него. Слушай, прям какая адская. Жалко. Игра вот серьезно, что такое? Это... Каким образом? Он такой, мы можем оставить ты его? Ты пернул на моего брата. Блин, так и знал, что все этим закончится. Но мне кажется, мы еще сможем как-то тягаться. Да, 148. Мы еще... Миша, надо было тейк дел. Взятку, черт. Ё-моё! Так, давай, Халка. Халк уже умер. А, давай, вот это, короче, это прикольно. Манхэттен, давай, лысым, это лысым? Манхэттен, ну помните, кто там, как его, Watchmen, короче, кто понял, тот поймет. Все, давай, вот так его. Давай. Татуху, может, надо было сделать какую-то. Я его по-русски назову, практически сейчас будет он. Мун Хутен. С таким именем, я думаю, у него получится посражаться. Да, блин, жалко. Вот красный чел у нас был вообще просто красный бомба. Чел был хороший, блин. Всех героев замочили разноцветных. Эх, обидно, да, как происходит-то? Вообще. Оставлять и кнопку. Эх, сколько ошибок произошло. Ты слишком торопишься. Я знаю. Вот, ну, хочется просто сразу побыстрее. Бежишь впереди паровоза. Да, да, слушай, ну, мужик тоже на стиле, я тебе хочу сказать. Да, такой. Кстати, да. Контрастно седой, так выглядит. Седой пес. Прикольно. О, сколько вы нанюхаетесь моей вони сегодня? Наверное, наверное. Халк, конечно, полег. Я буду помнить об этих ребятах. Поэтому в честь них прокачиваем себя как следует. Идем снова в бой. Так, что нам? Ты еще не прокачал, может, защиту? Я защиту обычно прокачивал. Давай вот. И надо, чтобы еще мы уворачивались. Это что? Это защита, вот как это раз... защита. Стамину еще нужно прокачать. Так, все вроде принялось. Магазин. Ну давай я все-таки куплю. Допустим. Шлем. Ну давай шлем купим. Сразу же одеваем все что, нам вещи, хватит, что у нас если есть. Что, потом откупиться. Шлем, конечно, дебильно выглядит. Деревянный. О, слушай, ну у нас практически такой же должен быть персонаж.
можно сказать, воскресился. Нужно будет ему... Обратно его душа успокоиться должна. Так, пинком нас снова обучает. Так, снова нас обучает, как поспать. Так, мы уже готовы к более крутым сражениям. Да, только фигу с маку, что они у нас произойдут. А у него, кстати, нет защитки, а у нас есть. Да, у него зато крутая прическа, и, мне кажется, все. Которая ему не поможет. Не поможет. О-о-о. Блин, и не поднимай на нас свой всё. Дурацкий взгляд. Ну, а теперь я как представитель духов от Халка даю пробничек понюхать. Ну, пока что еще никому не понравилось, но тем не менее. Так, ладно, что у нас здесь? Магазин. Я все равно сделку ведь могу, да, правильно? Да. Что у нас еще? 5-8 было? 5, вот 6, это давай. 7, вот это еще 7? Лучше. А, так понятно. Что одеваем и идем снова в бой. Все с теми же попытками. Слушай, тут просто... игра сама уже поняла, что нормальных людей не бывает здесь. Да, да, просто да, выдает согласна. Уже каких-то других совершенно персонажей. Я как обезьян тут такой. Тут же такой рандом, как бы. Рандом. Так. А чего такое? Нам не повезло. Совершенно не давали атаковать. Так, блин, это зря я так сделал. Вы чё? Все нормально. Эй, слушайте, прекращайте. Но у меня больше, Юль, защиты. Тупо резево началось. А я вот резану, блин. Жалко. Ах ты, вот жук взял этот. Собака. Миш, ты можешь отдохну. Только спать. Я только это и сделал. Так, ну у него, в принципе, только жизнь. Ты там танцуешь. Ты достал. Собака. Это моя тактика, на самом деле. Давай медиум ему бомбанем, блин. Жалко. Еще раз медиум бомбанем. Давай, может... Да ты что? Да блин, давай лайт. Все, сейчас отдохнем, погоди. Еще раз медиум бомбанем. Я уверен, что я смогу пробить. Да что ты будешь Короче, делать? Давай лайт надо было, реально. Все, трындец. Пошел нафиг. Ты слушай, он какой-то... Супер пес, я не понимаю, чего его пробить не могу. Так, отпнем и сами захилим сейчас. Фух, не все так просто, как кажется, на самом деле. Вот эта притча, видать, удачная. Она удачная, да. Блин, слушай, он мощно пробивает. Это наша тактика на самом деле, вот так делать. Слушай, отпинуть. Это наш брат, видать. Халк, вот он. Ох, а то бы сейчас конец нам пришел. Так, ты че хилишься, собачара? Пошел, он все этой штукой хочет пробить. Так, 3. Давай сами отойдем, короче, по тактике и поспим. Давай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Погоди, он может атаковать сейчас. Спим или бьем. Сейчас он опять может с разбега лупануть, и это будет опасно. Так, он этого не сделал. Слушайте, горячо, давай подальше чуть отойдем. Ага, вот тут ты и попался. Лошара. Так, давайте подождем. Он, наверное, сейчас с разбега пытается лупануть. Блин, что тут творится на самом деле? А, у него стамины нет, он не сможет атаковать, поэтому тычем. Такс, блин. Мимо кассы и тычем. Вот еще раз. Еще два, еще удар, все. Пожалуйста. Тихо, что такое? Ну мы сейчас восстановим. Так, давай ХП чуть-чуть. Слушай, у нас ХП не восстанавливается. Мы восстановили один. Так, давай еще подождем. Вот еще восстановили один. Подошел, вот ты зря подошел. Yes. Так, нам нужно как это получше какую-нибудь оружку, если честно. Так я ж тебе говорила, а ты говоришь, мне надо. Так, снова наши духи, давай попробуем. Как ну, зря ты их щадишь, надо идти по кровавому нет, пути. Нет, что-то они никак и не оценят наши духи. Прокачались мы, короче, не знаю. Я предлагаю пока на это, наверное, прерваться все-таки. Я не знаю, стоит ли продолжать или нет. Пишите, может быть, все-таки Манхэттен сможет стать чемпионом. Да. Ну и во всяком случае будем ждать обновлений и рассказывать о новых фичах игры. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.